Всем привет! Хочу похвастаться сегодня своей шикарной вандой. Смотрите, какие цветочки. Она распустилась всего 2 дня назад. Я надеюсь, цветочки будут еще крупнее и обретут еще более интенсивную окрасочку. Но не удержалась. Какая она красивая, вся переливается. Не знаю, передает ли камера. На сегодняшний день открылась у нас почти полностью 3 цветочка. Вот такая красота. Я очень рассчитываю, что все бутоны откроются тоже. Бутончиков много. То, что белое на листиках, я все свои ванды, если появляются какие-то черные точечки, пролечиваю фундизолом. На всякий случай от грибков. Растет она у меня в пластмассовой корзиночке. Вот такие у нас корешочки. Она у меня прям цветунья любит подцвести. Посмотрите, сколько старых цветоносов. И посмотрите, даже сейчас я вам покажу вот сюда. Она заложила еще один цветонос. Так что вскоре, скорее всего, будет 2 веточки. Также растет листик. Поливаю сейчас я ее через день еще. Скоро буду поливать каждый день. Обязательно добавляю на литр где-то 1,5 воды 1 капельку удобрений с фосфоровым повышенным содержанием. Азотных сейчас стараюсь избегать, чтобы немножечко подцвела получше, подольше. Каждую весну на всякий случай обрабатываю фитоверном. Вот, вот такая красавица. Немножечко, и будет огромная-огромная кисть цветов. Ванда, конечно, очень большая водохлебка. И сейчас, когда начали распускаться цветочки, через день, когда я не поливаю ее, я обычно пшикаю на корни, на листья, на цветы. Не с пульверизатора не обрабатываю, а на корни обязательно, чтобы она не отсушила цветочки. Местоположение мы не меняем, ну, потому что это тоже плохо сказывается на цветении. Вот такая красотулька. Корней у нас достаточно. Вот эти новые корни она нарастила уже все в этом году. Некоторые даже уже немножко закуклились, но у ванты это часто, когда они начинают цвести, корни закукливаются, это нормально, поэтому я не переживаю. А в остальном растение здоровое и будет радовать меня еще больше цветочками. Вот такая у меня радость.
буду делиться еще новыми своими красотками показывать. Скоро у меня зацветет еще одна ванда на подходе. Тоже сейчас стоит в бутонах. Так что подписывайтесь и будем любоваться вместе. Всем пока-пока.